Ток-шоу посвящено дню рождения Казанского федерального университета и году Льва Толстого в КФУ и Республике Татарстан. Ток-шоу началось с темы «Толстой и Казань». Гений, он бы проявил себя везде, где бы он ни оказался, он бы все равно нашел пути для своей реализации. А с другой стороны, Казань, конечно, этому очень много поспособствовала. Причем даже не те годы, которые Толстой провел просто в доме своей тетушки Юшковой, но именно университет. Без университета, который дал мощный толчок этому, может быть, все равно бы все это состоялось. То есть, на мой взгляд, гений, он все равно себя реализует. Но это было бы позже, это было бы медленнее и было бы не так. Позже были обсуждены вопросы влияния Льва Толстого на молодежь, влияние окружения и культуры того времени на писателя, причины популярности Толстого в мире и многие другие. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.